Так, всем привет. Запускаем коптильню. Это остатки, ну, скажем, рыбы с зимы, то, что осталось. Подробнее-то сними, чтобы это видно было, что рыбы тут приличное количество, поплотнее, чтобы зря как бы дым не уходил. Вот. Несколько там селедок купил, и так, лещи, в основном окуня. И имитация дымогенератора своими руками из подручных средств. Вот взял бетончик, просверлил отверстие для подачи как бы воздуха и тяги. Из сгонов, из трубочек собрал такую конструкцию, прикрутил крышки. Сейчас мы это все засыпаем туда отпилки. Начинаем. Вот. Бетончик. Щепа кальковая. Немного на дно кальки. Вот. Щепка сухая не нужна, сильно сырая тоже, поэтому я вот эту вот щепу для копчения рыбы, яблоня, груша, я ее увлажнил немножко. А там уж посмотрим, как получится. Это высыпаем. Теперь ставим свою конструкцию. Вставляем в бочку. Так. Подключаем генератор. Компрессор. Аквариумный компрессор. Здесь за счет разницы трубок создается движение воздуха. Маленько неровно. Подложку тут. Крышечка на бетончике была плотно. И пытаемся поджечь. Щепу. Все, надо было лучше, конечно, использовать турбозажигалку. Ну, какая есть. Как говорится, пробный заезд, пока еще не знаем, что получится. Дыма пока не видать, но, видимо, еще путем не загорелось. Хотя огонек виден. Виднеется огонек. Значит, тяга все-таки есть. Итак, вот в итоге мы разожгли свою коптильню, свой дымогенератор. Исправно работает. Компрессор воздух качает. Дым, трубочку немножко укоротил. Посчитал, что не, вот, не нужна она такая длинная. Вот смотрим, дым обильно дымит. И подается в бочку. Там, где непосредственно сложена рыба. Вот примерно так вот это происходит. Вот. Это примерно где-то через час после начала копчения. Опилки периодически подтряхиваю, потому как они усаживаются. Зольника как такового нет. Ну и есть конденсат, по крышке видно, что есть конденсат. Он подтекает. Но мне это не мешает. Коптится. Закоптим, попробуем, узнаем, что получилось. Всем пока!